Отлично. Отлично, валим отсюда так. Побежали. Ну, заодно чемодан. Так, вот чемодан вскрыли заодно, походу. Посторонись. Где он тут? Вот голосование. Посмотрим, за кого они голосуют. Блин, загрузка долго идет у нас. Готово. Быстро ты. Что ты с ними сделаешь? Кину в колодец. А, похоже, глашатый. Прошу прощения за задержку. Мы узнали, что кто-то пытался подделать результаты. Капец. Не бойтесь, все страки были найдены, голоса подсчитаны. Из города будет изгнан Анаксагор. Дружба важна. Без дружбы никакое отношение между людьми не имеет ценности. Тем сложнее мне сейчас, когда Анаксагор покидает Афины. Сократ. Мы были близки, хоть и не так дружны, как они с Периклом. Странно, что Перикл не пришел защищать его. И часто Перикл защищает других людей. Своих друзей? Конечно. Но Анаксагор, похоже, всем доволен. Больше вопросов, чем ответов. Ты сказал, вы близки. Он был мне как наставник. Самые светлые мои мысли рождались в беседах с ним. Кто ты? Спроси любого, и тебе скажут, что я Сократ. Но имя ничто. Мы — это наши действия. У всякого действия своя награда и своя цена. Так скажи, кем считаешь себя ты? Меня зовут Алексиос. Это не помогло узнать тебя. Возможно, найдется другой способ понять, кто ты. Хочешь узнать меня? Лишь знания ценны в этом мире. Ты согласен? Конечно. Мной движет жажда знаний. Тогда у нас с тобой один путь. Мне нужно знать, когда напасть, чем разить, когда использовать слова вместо оружия. Похоже, практические применения наших знаний разнятся. У меня редко есть выбор. Да, ты явно из тех, кто сделает все, что сочтет необходимым, будь то за деньги или ради личных целей. Так поступают многие. Но мне интересны твои мотивы. А как иначе? Из-за тебя мой друг вынужден навсегда покинуть этот город, свой дом. Меня попросили об этом. Так ты важнее того, кого обрек на изгнание. Но есть вопрос интереснее. На ком больше вины? На Анаксагоре, что навлек на себя гнев народа, или на тебе, решившем его судьбу? Ладно, пусть я виноват, но и блюду я лишь свои интересы. Тогда подумай и об этом дне, об Анаксагоре, о выборе. Сократ, вот и ты. Вот и я. Пойдем, тебя заждались. Я хотел узнать судьбу Анаксагора и узнал. Скажи, что я скоро буду.
Что ж, наша беседа подошла к концу. Впрочем, надеюсь, она не последняя. Все может быть. Отлично. Сохранюсь. Так, рядом наемник. 27 уровень, блин. Все, продолжаем дальше. Что там?